предыдущих сериях. Ну, нас сидите, много! Я стал. Сейчас вызову много пацанов! Я один с вами Вот я Никита, мне 18 лет, да? И на меня взрослый мужчина вызывает пацанов. Нет, я вызываю полицию. Беда. А он чистый хулиган, вот просто не миг, они хулиганы. Да, мы хулиганы. Слушай, хулиганы. Скажи мне, пожалуйста, что изменит то, что приедут твои пацаны? А чтобы они тебя здесь. Марат, я сейчас свое время трачу, я должна быть на работе. Руха, по-братски. Дай сюда телефон мне. Ребят, сейчас эту девушку опрещу. Давайте, давайте, мы не против. Я вас, сейчас я заснул сюда здесь. Вы даже не знаете, что вы наливаете. Да и сейчас буду я, через час. Да в лёд не снимайте, да не буду стоять они здесь. Пацаны, час, по сути, я вас прошу. Мы час, два, три. Либо уберите машину, либо мы наклеим наклейку. Ну я уезжаю. Если наклеишь машину. Никита, если наклеишь машину, я вас не по-любому, вас все попробуй, например, попробуй. Уже, я уже. Ладно, пока. Не кричите, не надо. Дай я сеть посмотри. Что? Нет, здесь вы не сеете, вы не понимаете, что ли, правда? Я вроде по-русски говорю, не сеете. Дай назад немножко, съезжай. Нет, там мужчина здесь не сеет, он сеет там, где заехал. Мужчина посчитал себя самым умным объехать пробку и сам съесть. Я понимаю, что ты хочешь, что ты добиваешься, собрание. Спасибо большое. Дайте назад, я тебя запущу. Да любому, давай! Вы не правы, пацаны. Все, сядьте в машину и уедьте, правда. Я сядьте в машину. Все, я не могу уехать. Спасибо. Я дальше, блядь, расплачу. Пойдем, что ли? Я вам серьезно говорю, не съедете, дайте назад, пожалуйста. Нет, вы здесь не съедете. Не съедете вы здесь, это тротуар, здесь ходят люди. Вы специально сюда заехали, чтобы объехать пробку, и решили обмануть всех. Теперь вы вернете в эту пробку и простоите то же время, что и остальные. Потому что все в нашей стране равны. И то, что вы сейчас делаете, это хамство. Иди работай, иди работай, я тебя знаю хорошо. Тебя хорошо знаю, по лицу. Пацаны, сейчас тут хам по улице не ходить, я за всех буду по одному себе ходить. Давайте. Я не вайте. Взрослый мужчина, так себя ведете. Да на... Пожалуйста, а ты кто да мы такой? Пойдем. Ну, ты а кто такой? Такой? Кто такой? Кто вы такие? Кто вам право дал? Просто надоели кричать, давайте уже. Нет, правда. Блядь, да ты еще не вы. Я вас уже. Попробуйте! Попробуйте! Я вас сейчас не допустил. Угадаю вас в асфальт. Я понимаю. Я знаю, я вас угадаю сейчас. На этот, на ручник. Вас просят, да? Попробуйте на машину. Да, попробуйте, блядь. Я вас задавлю сюда, бля. Вы можете себя вести нормально? Раз, раз. Попробуй наклеить. Я уже! Сдайте тогда назад, что вы кричите. Сдайте назад. Сядьте, сдайте назад. Я вас задавлю, не уже, бля. Знаете, вот тогда я вас асфальт сейчас.